Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Ракис. Сегодня у нас новая игра на обзоре. Это Soul Keeper. Игра, да, предоставлена теми же ComtoUs, в которую игру я чаще всего играю. Это Summoner War. И рассмотрим, что же у нас интересного в этой игре сегодня. Честно, я в нее еще ни разу не заходил, поэтому посмотрим. Ну, вроде бы... Ого, армия скелетов. Кристаллы какие-то. Давайте даже громче чуть сделаю, да? Думаю, так будет не особо громко. Давайте посмотрим, что тут с трейлером. Ох ты что, сатанюга какой-то адский. Фига себе, она расклонилась. Ну такое, стиль анимешки, понятное дело. РПГшка, насколько я помню. Так, тыкните на экран, нажали. Ага, так, 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 ну понятно, ничего не понятно. Это типа загрузка, наверное. Так, что же у нас тут? Что за... Ага, тач, тач. Окей. Да. Надеюсь, музыка не громкая и вообще звуки с игры. Надеюсь. Итак, я так понял. Ага, что тут нажимать? Угу. О, посмотрите, как у меня классно настроено. Я могу на клавиатуре. Вообще тема. А здесь цифра 1. Давайте нажмем. Не катит. F1 тоже не катит. Я так понял, здесь можно будет забиндить кнопочки. Я могу даже... Ой, на весь экран не будем показывать. Так, где эти кнопочки? Секундочку, я найду. Запись скрипта, не то, добавить APK файл. Вот, клавиатура, по-моему. Да-да-да, не показывать больше. Я понял, здесь можно, чтобы назначить комбинацию мыши. Так, это у нас будет один, давайте. Это будет 2, это будет 3, это будет 4, это будет 5. Ну, я думаю, так закатит. И где тут сохранить? Сохранить. Установка завершена. Ага, да-да-да, все понятно. А ну-ка теперь нажмем 1. Что-то ничего не клацается, если честно. Или может еще нельзя? А, пока еще нельзя, наверное, нажимать. Опачки, 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 нас бьют, нас бьют. А ну-ка, оп. Работает, работает. Цифра 2. О, цифра 2, это что, призвать каких-то друзей? Я вот просто навожу, пока не пишется описание на опачки. Вы видели, да? То есть я вызвал какого-то... Друга, здесь такая что-то, типа а-ля на сумонах все. Так. Просто атака. Ну, не знаю, буду мышкой, наверное, нажимать. А ну-ка, используем этот. Ого. Мы вызвали архангела, который там всех типа перебил. Да, вы видите, немножко притормаживает из-за того, что я юзаю клавиатуру. То есть где-то вот, вот подлагивание, такое ощущение, будто она не может быстрее бежать. Так, а ну давайте еще это используем. Ох, 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 ох. Вот это неплохо. Неплохо она бьет. Так, ну, я забываю, что нужно сюда нажимать. Да, а бегать клавиатурой. Пока непривычно, уж извините. Не часто я играю в такие игры. Так, что вообще происходит? И давайте еще это. Это типа босс, да? Ага. Ой-ой-ой. Силы тащ важного героя. Ага, то есть меня тут типа отхилили. Я понял. Сейчас нам разберется. Вызвали мы какую-то там баншу. Что-то она сделала и убила его. Ну, здесь вы видите, вместо всяких там анимаций скиллов, в большинстве случаев она вызывает каких-то монстров, которые что-то юзают. Идея, как по мне, неплоха. Как по мне. Да, ну как обычно, презентация, наверное, сильного героя, в конце босс, а потом мы начнем с первого уровня. Берсеркер, ничего себе. Ой-ой-ой, я же не знал, что он так делает. Так, так, побегаем, поюзаем скиллы пока. Посмотрите, смотрите, ему пофиг, он тупо за мной бегает. Так, так, ну давайте. Видите, немножко тупит вот клавиатура, точнее, когда с клавиатуры нажимаешь все это дело и... Жизненные силы. Что надо нажать? Я только не могу понять, когда она ее подхиливает. И одновременно, я так понял, нельзя тоже юзануть несколько скиллов. То есть откат идет по-любому. Да, немножко неудобно. Оглушен. Ого, стану неудолгий у этого босса. Ну все, вроде бы его добил мой архангел. Добил. Добил, да, добил. Так, ну и здесь показывается все, что, наверное, она может вызвать. Козла вот этого, бородача, архангела, эту баншу, какую-то там тетю-леди а-ля маг. Ага, ага, да-да, да, ну он типа сдох.
И дайте угадаю, он сейчас воскресится, и все. Ничего себе, у нее тут выпадающие штуки такие. А, ну, как обычная тематика. Так, введите ник. Ну, как обычно, да, вводим свой ник. Везде, везде сплагиатим какого-то там Аракиса. Уже кем-то занято? Ах ты паскуда. Ах ты паскуда. Ну, я-то точно еще не занимал это имя. Я не играл в эту игру. А этот ник нельзя использовать? Ладно, я понял, возможно, нельзя. Пропишем так. Хорошо. А раз уж какая-то сволочь заняла наш ник. Точно какой-то плагиатор Сумонарвара. Я найду тебя. Сейчас поищем его. Так. Кто там Луна? Луна храбрая или Луна? Что-то такое. Так, герои. Ага. Чем мне не дадут сразу уровня 50-го? Красный кот-убийца. Чего себе? Это типа корм какой-то, наверное. Что с ним нужно делать? Принять. Ага, это мы сделали. Так, дальше, что это у нас? Эффект помощника. То есть это друга какого-то или своего монстра? А, я понял, то есть это вы своего монстра выставили. Эффект... Младший кролик-лучник. Ядрёно ваш. Я уж думал, я уже все повидал во всех играх, но нет. Извращаются как могут в плане названий. Так, так, так. Даже моя аватарка здесь высвечивается. Уже классно. Так, ну здесь обычный, стандартный, вот это, видите, двухнедельный расклад. Единственное, я не знаю, если вы не зайдете, если в течение 7 дней будут потеряны. То есть я понял, даже если вы не зайдете на второй день, зайдете на третий, вы получите плюшку за второй день. То есть здесь неважно, во многих играх по-другому реализовано, ну, по сути дела, какая разница. Так, мне дали какой-то там билет на героя или что это? Ага, ага, да-да-да. Что тут еще можно нажать? Костюмы какие-то, ну я понял. Сценарий битвы. Ну давайте нажмем сценарий. Обучалки, вижу, тут как таковой особо нет. Ну давайте сюда пойдем. Так, это враги. А это то, что мы можем получить. Какой-то дябчик такой. Ну ладно, еще и шмотка какая-то. Награды, хорошо. Что это такое? Воскресенье. Ну не знаю, давайте... Мы его, наверное, как друга возьмем, что ли? Или что? Пока без понятия, будем смотреть. Да. Так, так, а ну-ка, вызовем. Ага, вот что она делает, эта собачка. Так, копеечки падают, оказывается, еще тут. Ну, я по чуть-чуть буду вот так нажимать. Кстати, нельзя убить. А то обычно, знаете, во всяких там ящиках какие-то плюшечки лежат. Давайте вот так буду по чуть-чуть ходить. Да, чтобы у меня просто не лагала клавиатура. Я думаю, это проще будет. Огу. Давайте их разрублю. Ну так, в принципе, по анимации скажу, мне игра, ну, нравится. Если бы я сейчас ни во что не играл, я уверен, я бы в ней залип в этой игре. Так, едем дальше. Так. Я понял, здесь какая-то а-ля данжи. Типа вот первый мы прошли, второй, я не удивлюсь, если еще и будет третий. Может, это где-то пишется. Автобой. О, есть даже автобой. Видите, да? Ну, нет, автобой мы не будем клацать, это, наверное, уже для про-папок, которые хорошо одеты, а мы давайте ручками, ручками, да. Как-то это надо все ручками. А это что такое? Автовызов, но он закрыт. Становится доступным после прохождения уровня вручную. Ага, я понял. То есть, наверное, если прошел и хочешь еще раз пройти этот уровень, тогда уже можно... А, я же забыл, у меня можно юзать... А, нет, вы видите. Так, это у меня, походу, цифра 3. Цифра 3. А это вызвать? Вызвать друга. Мы вызвали друга. О, ты что? Смотрите, какие мы сильные стали. Все? То есть мы вызвали какого-то там полуорка, получеловека и типа быстро убили. Чудненько, окей. Ну, я так понимаю, наверное, на один бой. Это, наверное, время, сколько он там. Так, что мы выбираем? Выберите награду. Ох уж эти награды, как мне везет. А, то есть тут даже не надо было нажимать? Окей. По левелу дали. Этим друзьям побольше, вижу, опыта дают, чем мне. Ну, типа, герои, все дела там. Да. Еще дали какого-то волколак молнии. Ёперн. Так, а ну-ка давайте главное меню нажмем. Хорошо, что хоть можно нажать, а не пройти 55 тысяч миссий, а только потом что-то завязать. Герои. Герои. Ага, с уровня третьего мы только сможем... Что тут можно сделать? Зелье роста, ага, зелье, еще тут можно ширяться чем-то, костюмы. Ну, что-то я думаю, костюмы, да, я угадал. Всякий там декор.
Так, что это у нас здесь? Шмоток нельзя. Обычные статы, скорость атаки 16, подвижность 14. И, кстати, насчет героя я так и не понял. Здесь, то есть, один герой и все? То есть, и им ты играешь, а разных уже ты там всяких питомцев, наверное, юзаешь. Мне так кажется. Ну и разные шмотки, наверное. Потому что я... Может, я где-то прошляпил выбор героя, но... Пока так. Человек, защитник, что это? Ага. А это? Что-то я не понял. Ладно. Поменять местами. Что это тут поменять? Ясно. Не будем мы ничего менять. Пока оставляем волка этого. Так. И что я хотел, знаете, и что еще нажать, потому что мне неудобно. Так, хожу я, получается, этими кнопками. Секундочку, сейчас я настрою. Будет, я думаю, даже получше. Да-да-да, не показывать снова, не надо мне это. Так, клавиатура мы установим. Давайте ее вот сюда. Возможно, это у нас будет так. Окей, устанавливаем, сохранить. Да-да, и еще нужно перенаправить кнопки. Здесь у нас надо поудалять. Здесь у нас будет цифра 1. Здесь будет 2. А здесь будет 3. Здесь, честно, я уже не помню. Ну, давайте над фонаря тыкнем 4, и будет 5, если что. Так, и сохранить. Да, играю я через эмулятор Nox, если что. Кто не знал, как его установить и все остальное, есть ссылка на моем канале. 4 способа игры. Так, что у нас здесь? Арена, стань сильным игроком. А ну-ка, давайте, я хочу на арену. Ага. И что здесь? Так, да, я хочу... Так, да, магазин чести... Битвы, рейтинг. Где здесь что тут нажать? Команда защиты. А, то есть система как Summoner War. То есть мы можем выставить... Дайте уже что-то нажать. Я понял. То есть как бы вот так и, допустим, вот так. Ну, давайте еще вот так, да? То есть мы можем выставить, готово, сохранить команду. Конечно же, поехали. Если последовательность навыков... Не знаю. Давайте оставим. Да, сохраняем. Окей, а где воевать? Хочу кому-то навешать. Давайте битвы. Так, господи. Обновить список. Так, второй левел. Ну, я думаю, второго левела мы нагнем или нет? Какой-то тут козлик. Ну, восьмого вряд ли мы. Глобальный. Тут еще сервера какие-то. О, давайте на первого нападем. Ну, я же хочу нечестной игры. Так. А у него никакого дефа нету, что ли? Нет. Так. Герои. Дайте мне выбрать что-то. 2, 3, 4. Какого фига он первый левел, и у него столько монстров? Где он их надывал? Да хотя, может, и я первый левел. И у него здесь вот такие вот монстры? Чё-то я не шарю, если честно. Откуда он их взял? Ладно, давайте начнем битву. Может, здесь не показывается все, что я хочу, но... Какая-то бабуйня. Ладно, посмотрим. Итак, как тут вообще проходит бой? Ага, так. Файт. Я понял. А где я вообще? Где вообще я? А, вон Аракис. Ой, по-моему, я очень с треском взлетаю. Он первый левел, но у него почему-то и монстры получше. Здесь, походу, вот 4 на 4 все дерутся. Вот и все, я типа проиграл. Прикольно. Минус 7, у него плюс 12. Чудненько. Да, видимо, мне рано на арену идти. А, я тоже был первого левела. Вот, видите, донаторы есть везде. Донаторы, ладно. Да, в аналы истории арену. Едем дальше, посмотрим, что у нас еще по сценарию интересного ждет. Что здесь еще? Давайте даже посмотрим. Книга героев. Книга геморроя. Ага, то есть общий саквояж героев. Альманах, как его еще можно назвать. Рыцари Бальтура или Бальтура. Войны Дамаса или Дамаса. То есть здесь как, типа как по стихиям, что ли, хранители Святого Духа. Может, это как-то по скиллам рассчитано, то есть куда их можно забиндить. То есть 1, 2, 3. Каталог питомцев, книга снаряжения. Ага, вот даже есть шмотки какие. Всякие тут легендарные шмотки, я так понял. Жезл измерений. Фига себе, как звучит вообще. Книга героев. Так, ну понятно, питомцы. Дайте я отсюда выйду. Что у нас дальше? Гильдии. Ну, есть система гильдий, кланы, все это дело уже, я вижу, во многих играх реализовано. Это когда поднимает команды дух, все дела. Магазины, так понятно, что. Миссии. Давайте посмотрим миссии. Вперед пройти режим сценария 3 раза. Поехали.
Ага, то есть до третьего дойти. Что у нас здесь? Что-то я шмотки не выпал. Выпали нам какие-то гуси вот эти непонятные. Через 11 часов можно юзать этого соул-кипера. Воскреситель Джепрам. Нифига себе. Я только не заметил общий опыт, где у нас. Опять мы сюда, в эту же. Ой, я уже, по-моему, выставил. Да-да-да. Только нам бы кнопку выставить, еще вот эту, наверное. Так, поехали. Или ждем, пока скиллы откатятся. Кстати, да, я вижу, можно подождать в итоге, пока скиллы откатятся. А здоровье, вы видите, уровень... Ого, тут еще и чат есть. Ну-ка, я напишу. Всем привет! Ну, по-моему, меня тут мало кто услышит. Канал 6. А ну-ка, чисто проверим. Авось, везде этот канал. Русский. Сейчас проверим. Всем привет! Так, поехали дальше. Ага, что у нас здесь? Опа, она автоматически, вы видите, она автоматически направляет, куда хотя бы приблизительно надо бить. Ну, типа. Так, ну, 1600 хп, я думаю, нам с головой пока хватает. И так сейчас должен быть... А нет, еще не босс. Лучники напрягают. Да, лучники напрягают. О, вы видели? Он сундук долбанул, и мне оттуда что-то дали. Значит, сундуки еще можно, походу, бить. Ну как можно? Нужно. Стрелы какие-то раскидывает. Ага, лучник швыряется стрелами. Тут нету у нас ничего, да? Походу, сундуки не особо часто появляются. И мои миньоны их быстрее забивают. Так, босс появился, а у меня скиллы в откате. Ух ты, иди сюда, иди сюда. Наверное, не надо стоять. Да, мне кажется, так что-то подозреваю я. О, мы босса застанили. Пока боссов, походу, еще можно даже станить. Не знаю, правильно я делаю, что я бегаю от него. Но мне кажется, да, потому что скилл-то еще в откате. Вот, вот, вот. Ого, он вызывает, призывает миньонов. Походу, нужно его убивать побыстрее. Ну, все, добили. Отлично. То есть система, как и во всех играх. Добили босса, все, все его миньоны скопытились. Ну, это, наверное, радует. Так. Все, прошли. Так, и третью миссию пройдем, что же нам дадут? О, нам костюмчик дали. Я выбираю... Понял, от фонаря дают. Чтоб ты не нажал, все равно через время ты что-то получишь. Так, мы получили новый рекорд, непонятно какой. Еще звездочки, система звезд, то есть 3 голдюньки, я так понял, 3 звезды. Это лучший результат. Дальше, следующая лока. Ну, хотя бы быстро грузится, в этом плюс. А, нет, походу нельзя. Команда 2. Ага. Еще можно команды собирать разные, видите? Видали? А питомцы, кого сюда можно добавить? Наверное, пока никого. Может, у меня и нету никого. Так, снаряжение. Если у меня снаряжение... О, у меня, оказывается, есть какой-то мечара взять. Или это он просто по квесту типа идет? Да-да-да, я понял. Я понял. Атака плюс 47. Да-да-да. Так, атака плюс 47. Вот, тут общие статы, я так вижу. Украшения, какие-то еще руны. Видите, слотов 50. Но я единственное, не знаю, слоты под каждый. Вот 50, допустим, для оружия, 50 для доспехов. Этого я еще не просек. Ну, не так много у меня шмоток. Да, так, начать. Или начать? Поехали. Какой-то дирижабль, все дела. Я так понял, здесь не один мир. Или как бы его назвать. Так, вызвали мы какого-то там сатанюгу. Он у нас типа круто дерется. Так, поехали, хп у меня добавилось. Здесь нельзя ничего разбить. Потому что там сундук, видели, он полетел, ударил сундук. Какие-то плюшечки были, главное его не прошляпить. Мне кажется, он типа во второй локации есть всегда. И посмотрите, они агрятся постоянно на меня. То есть они не бьют моих миньонов. Не знаю, правильно это или нет. Может, они их типа не видят. Потому что они как духи какие-то там. Я фиг его знает, может, я фигню несу. То есть третий скилл просто... твоя обычная. А ну их менять можно? В игре, я так понял, нет. Может, и как-то можно там менять. Может, и как-то можно. Классно звучит. Но пока я не нашел, как их сменить. Ой, такой мини-босс, я так понял. Оп-оп-оп, убегаем, убегаем. Ну-ну-ну, убегай, не тупи. Так-так-так. А ну посмотрите, уже вроде бы не тупит. Вот, я нажимаю вперед, все бежит, бежит, бежит. Посмотрите, нет никаких... О, только сказал, нет никаких притормаживаний, началось. Накаркал. Так, босс. Босси. Так, ну посмотрим, что у нас босс может. Так, стрелы, все дела.
Наверное, автоатакой не лучший вариант его бить. Мне так кажется. Посмотрите, он что-то попадает сильно часто. Так, бежим, бежим, бежим по кругу. Ого, у него массовка какая-то. Все дела. Так, давайте, скилл откатился. Поехали. Добьем его миньон. Но здесь, походу, чем больше миньона убьешь, еще и больше копеечек получишь. Я не знаю, правда, стоит это того, чтобы их убивать. Возможно, убить босса, и все равно все эти монетки насыпят. Ну, систему тут не прогадаешь, это нужно проверять долго. Так, третий уровень самого героя или вообще моего аккаунта. Вот это я не знаю. Так, что у нас там? Давайте сюда нажмем. Опять мне не дали шмотку. Опять какого-то дикобраза дали. Новый рекорд, победа. Ого, плюс 500 экспушечки дали. Крутотенько. Так, 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 что у нас тут следующее? Давайте выйдем. Я получил вроде как плюшки какие-то. Что за фигня? Да-да-да-да-да, понятно. Я типа хотел выйти, надеюсь, меня не в локацию сейчас отправят. Итак, мы должны были типа миссии какие-то выполнить. Ага, получить награду. Ох, нифига себе, 3 косарика дали. Миссия недели. Получить награду. Получаем. 5000, достижение. Ну, обычное достижение, плюшки там, сколько вы заработали. Да-да-да, это во многих играх есть такая тема. Вот, объяснение, если что, вам эта подруга все расскажет. Ежедневные задания там обновляются, что-то такое. Ну, это миссии, я так понял, обычные, что ли. Миссия дня, да. И эта же схема есть. Использовать автоповтор 3 раза. То есть, ого, здесь миссии, походу, штук 10 как минимум, да? Да, походу. Я еще и большую часть не сделал. Усиливайте героя. А ну-ка, давайте. И как их усилить? Так, нажимаем на героя. Угу. Усиление. Давайте глянем. Что же, наверное, да, я угадал. С помощью всяких вот этих вот. А это гоблин-мечник. Мы его разве выбивали? И уси... Сколько? 12 тысяч? Ого. Это недорого? И что ей дастся? Левел просто. Превосходно. 200% усиление. 200. Уровень 2. Честно, фиг его знает, что это означало. Вот, ну, посмотрим, посмотрим. А ну-ка давайте еще вот этих вот скормим. Ой, нет, тут походу как, какую звездочку бы ты ни скармливал, тебе дают все равно по 6000 за усиление. Не, это дорого, ребят, я отказываюсь. В следующий раз давайте как-то, да, я зайду попозже. Пассивная способность оглушает атакованного врага на 2 секунды, вот, еще дает лидеру 7% своей силы атаки. Угу. Активная способность с помощью меча. Угу, я понял, хорошо. А это что такое соединение? Какой-то крафт, наверное, мне кажется. Сейчас посмотрим. Ты что такое вообще? И они что, превратятся в одну? Одна другой на шейку сядет? Или как? Или появится двухзвездочная? А, я понял, то есть 2 одинаковых монстра. Вы получаете, наверное, какого-то там 3-го рандомного. И сколько на нем? Синий кот-убийца. Я хочу его прокачать. Или это новый герой, типа, у меня? Да, реально, гляньте, это, по-моему, походу новый герой. Да-да-да, так, что он там делает? Так, что у него активный навык? Ударом прыжки наносит урон равный... Не знаю, много это или нет. Ослабляет защиту. Продать, принять. Ну, ладно, пока примем. То есть, вот, у меня уже 2-й запак. А их можно как-то вместе юзать? Лидер. Вот оно что. Не-не-не, пока давайте все-таки бабу будем юзать. Так, будем бабу пока. Единственное, вместо вот этого кролика исключить. Да, мы можем поставить вот этого. Хотя тут у меня 5-й левел, и он уже есть задействован. Давайте еще одного поставим кота. Они разве не разные? Нет, видите, разные у них, видимо, какая-то типа стихия. Этот какой-то типа огненный. Но опять же, я не разобрался в этих стихиях. Как они там, да что? Уровень 3-й. Я разве еще не 3-й? Не знаю, а ну-ка давайте глянем. Ключики какие-то, это, наверное, энергия. Сколько раз можно по локациям пройти? Мне кажется, так оно и есть. Это что у нас такое? Прогресс, награда. Сражаться 2 раза на арене. А, не хочу, мне одного раза хватило. Что-то у меня не закатило. Так, а где мой левел общий? Вы видите? Я что-то... Вот он, вот он, вот он, вот он. Давайте возьмем, может, 2-й левел. Я попытаюсь на арене кого-то нагнуть. Что-то... Посмотрите, тут какой-то босс. Тут вообще какой-то мега-адский дядька. Небесный остров. О, здесь еще и такая у вас не даст... А, ну конечно же, я еще мелкий. Угу, понятно. Врата измерений. Врата измерений. Ну, здесь миссия 1.
У вас недостаточно. Конечно же, все с левелом. Да, спасибо. Ого, ого, сколько здесь всего. Ясно, понял. Я, короче, еще мелкий шкет, и мне туда нельзя. Меня туда не пускают. Поехали сюда. Так, зайдем-ка сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Может, тут что-то интересного выбьем. Так, погнали, погнали. Теперь у нас два кота. А ну-ка, давайте двоих сразу юзанем. Ничего, вдвоем так управились. На сколько времени они, интересно, призываются? Ага, вот-вот. Где-то секунд 5 проходит. И все, и они пропадают. Так, сейчас у меня, правда, все в кулдауне. Но я думаю, я и сам справлюсь. Оглушение, видели, да? Пассивка все-таки работает. Пассивка работает. Угу. Управление, возможно, на планшете, на телефоне у вас этого не будет. Но у меня на клавиатуре ужасненько, да. Может, я бы, если бы играл бы дольше, я бы привык. А так пока не знаю. Пока мне управление мое не нравится. Не говорю, что плохое управление в игре. Вроде бы все реально. То есть на планшете тут ты бегаешь, тут ты, допустим, клацаешь. Как бы все привычно. Да. Но на клавиатуре мне немножко неудобно. Может, я где-то неправильно настроил, это понятное дело. Так, понятно. Поехали дальше. Итак, третий заход. Это мы уже к боссу дошли. Да, босс. Как обычно, третья степень. Босс. Ого, босс такой упоротый. Вызываем еще одного. Нет, 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 он еще не откатил. Ого, он какие-то фигни кидает с автонаправлением. Так, у него 18 тысяч хп, у меня 2 тысячи. По-моему, что-то нечестно, да? Откидывает еще. Посмотрите, что творит, да? Видели, что творит? Так, вызываем второго помощника и давай третьим добиваем. Фу, красавчик, вообще. Фу, очки, очечи не хватает и сигары. Вообще порвали. В хламину просто, посмотрите, 700 хп потерял. И походу, да, хп все-таки не восстанавливается. Может, есть какие-то баночки? Так, что сейчас? Кручу-верчу, херню получить хочу. Получил. Получил, получил. Так. Главное меню, у нас шмотку нужно одеть. Ты что, у нас шмотки появились. Что же у нас шмотки дают? Так, предметы. Предметы, доспехи. Ага, плюс что дает? Вероятность уклонения. Все? А, и защита. Ну, конечно же, берем. У нас, по-моему, выбор не особо кошерный, поэтому оставляем. Так, поехали. На ней я не заметил, чтобы что-то поменялось. Может, и поменялось. Она просто луна храбрая, да. Или луна. Так, битвы. Поехали, сценарий. Я хочу дойти до вот этого вот хотя бы боссика. А, еще здесь надо пройти. Колечко. Колечко можно дропнуть. Можно дропнуть кольцо. Погнали. Можно дропнуть кольцо. Итак. Оп-оп-оп-оп. Витя опять у меня подлагала. Где моя мышка потерялась. Ну, монстры вроде как бьют сильно. Вот сама идея мне нравится, что не просто банально скиллы юзаете и все такое, а вы вызываете какого-то монстра, у которого еще и свои есть скиллы. То есть это такая вот, честно, я этого пока не видел ни в одной игре. Ну, кроме там Lineage 2 и все такое, но это ПК-шные игры, это логично. Там можно развертеться и подумать. А вот на телефоне, честно, это пока что-то уникальное для меня и интересное этим же. Ого, да я так кританул на 700. Больно, наверное, было. Хотя не знаю, сколько у них хп. Так, это еще перед боссом, я так понял, локация. Ой, такой мини-босс. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Куда? Ты куда? Что он делает? Убежать решил? Мешок какой-то. О, кинжал стражника выбили. Походу, у меня такой уже есть, и его можно будет продавать. Ой, рано я, наверное, вызвал. Оп-оп-оп-оп. Давай, трешечку на тебя юзанем. И вот сундук, видели? Во-во-во, теперь я заметил. То есть в локациях иногда бывают сундуки, но их, по-моему, не заметить уже тяжело. Теперь я в курсе, да, где они должны быть. Блин, немного разве монстров? Походу, какой-то мини-супер-адский босс. Так вот, да, звучит круто. Ну, и давайте, поехали босса месить. Блин, у нас хоть локация поменяется, одно и то же. Так, третий скилл. Вообще, мы его раздуплили, видели? Ого, он кинул какую-то какашку. Да, видели? Он кастует какой-то там яд, походу. Стоит сдалека и кастует. Ах ты ж, сволота. Тихо-тихо, убегаем, можно проиграть. Убегаем. А, все, выиграли. Порвали. Классно падает, конечно же. И проваливается. Да, и покатился. Так, следующая лука. Ну, мы возьмем уже сегодня второй уровень. Так, чё, кольцо, хочу кольцо. Но я хотел кольцо, блин. Медное кольцо хотел. Можно его сдать, продать. Так, шестой уровень она уже, походу. То есть у нее, наверное, седьмой левел максимальный, что ли. Я пока... Вот, какие-то камни. Heroic Despair.
Уровень игрока с первого во второй. Ключи 5, алмазы 5. Ага, то есть вы видите, полностью, почти полностью восполняется, ну, назовем так, ее энергия. И дают какие-то кристаллы, камни, там, алмазы. Ну, это, по ходу дела, донат. Тут не особо нужно что-то гадать. Это донат, да. Так, что у нас здесь будет? Так, где моя опять мышка потерялась? Лучники бесят, видите, далеко стоят. Ну, лучники, маги. До них еще нужно добежать. Ого, она так шустро бегает. Это, походу, какой-то баф дается, и она начинает очень жестко ускоряться. Так, сундука нету, чтобы я не прошляпил. Не, нема. Нет сундука. Это, походу, вторая вот эта вот крыса на цифре 2 у меня. Второй скилл центральный. Он там какой-то то ли баф дает, то ли что, то ли лидерка у нее. То есть я ускоряюсь. Вот видите, да? Быстро бегаю. На какое-то время. Опять же, у вас могут другие монстры выпасть, все дела. То есть у вас все, все абсолютно может быть по-другому. То есть то, как я играю сейчас, нубовский, у вас может все это получиться в 10 раз лучше. Так, единственное, вот посмотрите, я хочу, когда перехожу локацию, посмотреть, хилится ли хп. 2167. Сейчас посмотрим. Не, нифига. Вот как вы вначале, если потеряли много хп, то можете уже и на боссе скопытиться. Так, вызываем, бьем вручную. Ну, походу, вот, в начале. Сейчас уж точно я могу стоять, его месить. Да, он меня, по-моему, до половины хп даже не доведет. Нет смысла бегать от него дальше. Возможно, дальше, наверное, будут сильные какие-то боссы. Это уже понятно. Так, шестую луку мы прошли. И что мы получим? Давайте сюда. Ящер-маг, офигеть. Просто крутотенько. Да-да-да, спасибо. Седьмого левела, этот вообще восьмой у меня. Так, едем дальше. Миссия 6. Я думаю, дойдем до последнего босса и все. А там заодно и на арену пробежимся. И подведем краткий итог по этой игре. О, кабанчики какие-то, посмотрите, коровы. Реально, коровы. И дали? Жесткие коровы. Ого, как она бегает. Так, я думаю, добьем без третьего скилла. Да, потому что откат все-таки долгий. Я не знаю, будут ли какие-то руны на ускорение. Может, это зависит от монстра, которого вы там выставили. Типа ускорение отката скилла. О, класс, я вообще меткий. Ужасно. Да, ужасно меткий. Так, где тут сундук, походу, должен быть, да? Дайте угадаю. Да, вон сундук. Дают плюшечки. Так, и чё? Ну, тогда нам дали кинжал. То есть можно не только монетки выбить, это факт. Да, вот такие вот дела, это я уже заметил. Так, что у нас здесь? Ну, бежим пока дальше. Так, босс. Ну, обычная схема. Ох ты! Класс! Я и не знал, что он так быкует. Ты чё так? Я же не знал действительно, что он так быкует жестко. Все, кабанчик. Я отойду! Ну что ж ты творишь такое? Все. Ну не будь ты бычарой. Угомонись. Давай. Не будь ты быком. Так, опять он... Короче, ладно, добиваем его. Фаталити. Вообще... Вот эти вот ее три размаха, прикольная анимация. Денег, вы видите, чуть-чуть больше с каждой локации дают. Может, это там из-за сложности, все дела. Я понимаю, логически, что дальше будет типа больше падать. Так, меч, либо кабанчик. Ну, наверное, лучше золото. Меч у меня и так уже есть. Хотя, может, этот получше. 1 минута 6 секунд. Преподобная, кто там, я не заметил. Вот только вот здесь я не понял. Пробужденная у героев после пробуждения. Как его пробудить? Как его возбудить? Честно, пока не понял. Управление пробудить. Зелье роста. Ага. А как его? 7 уровень. В наличии 0. Я понял. Зелье опыта. А у меня зельев нет. Возможно, они за донат. Я не знаю. Усилить, улучшить. Ну, давайте, я не знаю, скормим кого. Может, этого? Может, этого? Усиление. Ну, блин, денег стоит, посмотрите, очень много. Мне кажется, не надо тратить на трехзвездочного монстра, чтобы его усилить. Хотя, возможно, он поднимает потом 4 звезды, и я этого не знаю. То есть я... Чё, замкнуть героя? Ага, то есть такая штучка, то есть его нельзя будет продать. Все дела. Прикольно. Пока, честно, не знаю, может... Этого можно как-то там улучшать по звездам. Может, можно получше выбить там или где-то получить с каких-то свитков. Ну, фиг его знает, да. Если что, будем разбираться вместе на дальнейшее. Так, ого. Блин, а много. Много монстриков. А четко, да, распределились. Не так, как в прошлой игре. Там у меня было, блин, существо, которое бегало непонятно от меня куда. Типа питомца. О, мне дали какой-то доспех воина. А в игре? Да, в игре одеться нельзя. Но это логично, в принципе.
Блин, эти сдалека шмалят. Много хп сносят. Так, поехали, поехали, пока баф есть. Да, когда меняешь локацию, хотя видите, когда меняешь локацию, еще остается. То есть ваш питомец, если он был вызван. Так, у нас тут сундук, сундук, сундук. Я заметил. Так, что у нас дальше? Тут у нас должно быть уже пусто. Поехали, тут еще сейчас появится, ну как обычно. И я. То есть музыка такая ненавязчивая, звуки тоже приятные, никаких там вот этих взрывов нереальных, там что-то жесткого. Да, вы видите, третий скилл, куда она смотрит, туда она и юзает. Тут как-то, возможно, лучше было бы на автобое, но я лучше сам поклацаю, я привык сам клацать, а то автобой это не особо интересно. Так, опять бычара, смотрите, а, быканул, да? Че, просрал свой скилл? Давай, третий скилл. Ой, куда же он улетел? Вызываем второго. Понятно, он улетел, чтобы меня побыковать. Так, сейчас он, походу, опять будет быковать. Не попадешь, не попадешь. Ну, давай, быкуй. Давай, быкуня. Я хочу, чтобы он юзанул свой скилл. Нет, не будет юзать. Ладно, он и так скопытился. Ого, его плющит, вы видели? По рогам навалял ему. Вот такие вот дела. Так, победа. 700 копеек дали. Видели, видели? Кольцо, хочу кольцо. Кольцо, кольцо, раз, два, три, три, два раз. Раз, два, три, жмем первую. Тварь, не дали нам кольцо. Я хочу кольцо уже одеть. Миссия 8, а сколько их там вообще? Миссия 8, карта мира нажали. Миссия, о, вот скоро мы уже и дойдем. Давайте дойдем, я хочу этого последнего босса убить. И посмотреть, что же нам за него дадут. Если у нас хватит, вроде бы хватит ключей. Я, возможно, и третий левел уже апну. 37. Вон, видели, да, до 30-го качаете. Да, все-таки одному герою можно раскачать звезды. Походу, инфа достоверная. Так что да, можно не париться. Так, тут какие-то уже, блин, гоблины. Хотя они и до этого были, с ними какие-то там ящеры. Это что вообще такое? Похоже на чубриков с одного мультика, который смотрел в древности. Так, и открылась локация, я понял. Локация не открывается, пока всех не убьешь. О, опять эти бычары. Быстро управилась киска. Киска-убийца. Убийца кисок. Так, сундук, сундук. Я хочу сундук нажать. Че, сундука выпало? Походу, одни монетки. Так, третий скилл. Ого, да это босс. Ну, босс что-то быстро скопытился. Мы его распополамили на двоих. Так, босс. О, уже в другую сторону хотя бы. Локация хоть по-другому что-то выглядит. А то одно и то же. Да, ну как обычно. Бычара. Все, что ты можешь. Так, давай, третий скилл на тебя. Отлично, все три замаха на нее одного. Так, по 700, по 800. Смотрите, криты походу по 800 я бью. Или это мой этот друг бьет, а я бью. Короче, я где-то бью по 500, по 600. Неважно, сколько там дамаги. Главное, сколько хп у врага. Потому что, может, у него 1050. Так, прошли мы 9-ю локу, я так понял. Поехали 10-ю. Что мы сейчас выбьем? Да, ну здесь кольца не было. О, зато копеечек, посмотрите, в 2 раза больше. Походу, косарик я хороший отсюда вытащил, да? 600? А, и победа. Понятно, да-да-да. Дальше едем. Безумный воин Асан. Почти красиво звучит. Не-не-не, не этот, поехали дальше. Господи, у бабы, которая что-то там вываливается, кто ее... вот это что вообще такое? Обвистяки. Ужас. Это ужасно, да. Извращенство для школьника. Так, опять я потерялся с мышкой. Так, погнали, 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 пока есть баф. Блин, а эта киска еще шустрее, знаете, она мне больше нравится. Может из-за того, что у нее левел там побольше, может просто скиллы мне ее больше по душе. Посмотрите, кто это такие? Барашки. Это барашки. Это барашки. Это ужасно. Блин. Чё только не придумают. Барашек маг. Это вообще няшка. Ой, ужасно. Капец. Барак. Маг-баран. Ой, звучит просто тема. Так. Ну хорошо, хотя бы они бегают и эти разбивают сундучки. Опа. Вот это четко мы юзнули. Да, по 800, 900, по 1000, видите, я бью. Не знаю, много это или мало. Дамага она такая. Так, что у нас здесь? О, у нас уже другой. У нас мега-дядя-баран.
Так, я вообще бью или нет? Что-то она так как-то... О, ну, вроде быстро справились. Видите, пока мне сносят, ну, максимум до половины хп, поэтому, видимо, для начала игра легкая. То есть не нужно никаких там великих действий делать, там, мансить, пробегать, там. Что нам дали? Господи, нам будут давать шмотки. Левел подняли. Ну да, мои миньончики быстрее качаются, чем я. Айрин, дьявольский меч. Вообще. Такие прям мифические. Ого, это что за поросеночек такой? Видели ее ляжки? Это жесть. Крит удар. Ничего себе, вообще. Вообще. Так. Что у нас здесь? А это кто такой? Такой какой-то мега полубосс голем. Гоблин. Так, добили мы этого, и остался вот этот друг. Он, походу, постоянно убегает. Он с мешком каким-то, да. Он, видимо, рандомно в локах как-то появляется, мне так кажется. И вот, вы видите, за него дают какую-то там шмоточку, либо приятное количество денег. Вот такие вот дела. Не знаю, как часто он должен появляться, и вообще, может, он в каждой там второй, третьей локе. Я пока это не разобрал. А может, появляется на рандоме, как я и сказал в начале. Так, ну, здесь мы вроде как быстренько пробежали. Так, кошак, иди. Вы видите, да? То есть кошака никак не убивают. То есть миньонов ваших никто не трогает. То есть дамага пролетает даже сквозь них. Ну, я вот заметил по дамаге. То есть они их как будто даже и не видят. Ну, мне так кажется. Так, иди разбивай сундук. Отличненько, копеечка. В сундуке дают, по-моему, копеек 50. Кто-то заметил? По-моему, копеек 50. Ох ты что. То есть у них, походу, 1200 хп где-то. Если 1000 дамаги наносится, там остается писелюшка. Поэтому, да, где-то... О, баранчик только другого цвета. Так, и третий скилл, фаталити. Все, поехали. Добиваем. Все, сдох. Тут не по стихиям, тут, видимо, по каким-то фракциям, или как это назвать. Ну, я не знаю, видите, там есть какой-то водяной, это типа ветреный. Ну, это так, просто я в другие игры переиграл. Опачки, опачки, медалька, медалька или кольцо. Ну, блин, тут перстень бандита был двухзвездочный. Но, походу, если одну и ту же локу пройти несколько раз, то все-таки можно выбить это кольцо. То есть один из трех вам когда-либо повезет. Да, это подобная система во многих играх. Итак, сейчас мы, типа, должны уже доходить до босса. До босса. И посмотрим, насколько он силен. Так, да-да-да-да-да, сейчас мы будем бить тебя. Шквальная убийца Мине. Мине. Так, где моя мышка? Вечно пропадает. Но. Такую комбо вытворила. Так, поехали. Скиллы у нас не в откате, можно юзать. Поехали. И я вообще такая. По-моему, тот лучник был лучше. Как-то он всех сдалека размансивал. А эти коты как-то они всех вблизи бьют сначала, а потом аж добегают до вот этих лучников. Лучников, магов. Так, дальше. Пока есть котик, погнали. Блин, не тупи, мышка. Пух. Ого, третьего скилла для них даже много. Так, сколько? Да, копеек 50-60 падает с сундука. Вот я только что просек. Много, мало, фиг его знает. Для начала нормально. Любая денежка хорошая. Ой-ой-ой. Козел появился, а у нас нет. Посмотрите, сколько нам хп уже снесли. Походу, мы сейчас этого босса не убьем. А может это специально сделано, чтобы типа купите хилку за 5 кристаллов? Я не удивлюсь, если честно. Ого! Не-не-не. Такой привет, да? Бешеный тигер. Или тайгер, как его лучше. Так. Ого, что-то больно бьет, если честно. Что-то больно. Я не знаю. Да, чувствую, я сейчас проиграю, да. Потому что он все больше всяких... О, он еще и хилится, походу. Я что-то не понял. Да, получил я дамагу. И сейчас, наверное, можно будет воскреситься. Нет? Поражение. Я вообще тогда не знаю, как пройти. Видимо, нужно побольше левел набить. Дождь какой-то там. Это слезы, да? Детей каких-то предыдущие. Еще раз. Ну, вы поняли, короче, здесь нужно прокачаться, да, чтобы добить этого последнего босса, либо использовать, возможно, вот того друга, которого я уже юзанул. Возможно, с помощью того друга я бы прошел. Хотя, вот, смотрите, давайте еще раз поучаствуем. Где тут локация, сценарий, битвы. Поучаствуем еще раз на арене. У меня же уже и пятый дружок появился. Так, кого мы здесь? Первый уровень. Где ты? А ну-ка, давай, может, тебя? Да блин, что у них у всех такие вот монстры? Где здесь обновить? Обновить список.
Да. Глобальный. Ты посмотри, где они их берут, я фиг его знает. Может, я какой-то там тугой и не забрал супер крутых монстров, посмотрите. Реально не знаю, может, действительно где-то я их не забрал. Ну, может, их там выдают где-то за вот миссии. Что-то мы там выполнили. Так, усиливайте героя, да, получили три косарика. Миссии, книга героев. Рыцари Мазальта, да-да-да. И что здесь? Эвент. Фига себе. То есть можно посмотреть, какой он... Ого, смотрите, 10-й. Сверхусиление какое-то там. Аура какая-то появляется. Ну и статы вырастают. Жестко, да, так вырастают вроде бы? Хотя вроде бы нет, но сама аура появляется. Человек, боец. Ну вы поняли, короче. Вот такая вот фигня тут, да, творится. Еще какой-то эвент. Книжечка. Напоминает Хлою Сумона Рвара. Реально похоже, только платье другого цвета. Святая Тия. Ну что ж ты книжку уронила? Так, а ну у нее посмотрим. На ауру. Когда на 8 дотачиваешь, появляется аура, походу. Какие-то скиллы тут, эффект помощника, да-да-да. Чё это делает? Восстанавливает здоровье лидера, напишешь от своего здоровья. Избегает вражеской атаки в течение 7 секунд. Вот такие вот дела. Это типа пассивка, наверное, срабатывает или еще, или активка. Ну, вот такая вот игра была на сегодня. Да, на сегодня кубики вы должны достичь. Я понял, комбинация. Какие-то комбинации героев, ну вы поняли. Возможно, я не получил каких-то хороших монстров, они у всех должны быть. И из-за этого я, так скажем, на арене, ну, отлично сдулся. Ну вот и все, что я хотел рассказать об этой игре, показать. Я думаю, игра вас заинтересовала, вам понравилась. Если захотите ее скачать, ссылка будет в описании. Добавляйтесь, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репостите это видео. И обязательно, обязательно комментируйте, какую бы вы хотели бы игру, чтобы я еще посмотрел к следующему разу. И если мнение ваше и мое совпадет, я обязательно рассмотрю какую-то игру, которая понравится мне с описания, либо выберу что-то на рандоме. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.